Цельнинском районе Ульяновской области ввели в эксплуатацию новую дорогу. Путь соединит поселок Новая Воля с федеральной трассой Цивильск-Ульяновск. Дорога – экономически важный объект для региона. Что можно сказать конкретно про этот объект? Он небольшой, порядка 3 километра. Но он дает возможность людям, которые работают там в 3 фермерских хозяйствах, осуществлять безопасный и свободный проезд к местам работы. Там порядка 100 человек работает. Вся сеть автомобильных дорог, вот если посмотреть на карту, это как кровеносные сосуды в стране. Новый участок – кратчайший путь от полей, расположенных вдоль трассы Цивильск-Ульяновск, к крупному предприятию по выращиванию зерновых культур. Строительство обошлось в 86 миллионов рублей. Построили капиталоемкий объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полным ходом идет работа по возведению левобережной развязки президентского моста. Задача – рекультивацию выполнить междупутья и подготовить земельную гнёвку, чтобы нам весной паводок хорошо встретить. Ну а весной, на следующий год мы уже закончим все эти работы. Проектом предусмотрено строительство автомобильной дороги от моста до кольцевой развязки на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской. Оно включает в себя строительство 4 путепроводов из металлоконструкции и железобетона, вынос коммуникаций, устройство велосипедных и пешеходных дорожек. В целом, по словам чиновников, год сложился хорошо. Нам осталось завершить буквально 3 объекта. Работы на этих объектах на сегодняшний день ведутся в соответствии с погодными условиями. В основном это остались работы по обустройству дорожных знаков, обочины автомобильной дороги. То есть каких-либо сложностей по завершению этих объектов нет. Закончить строительство развязки должны к 1 сентября 2021 года. В целом дорожный ремонт в Ульяновской области завершен на 99%. И в завершение программы объезда состоялось поздравление работников дорожного хозяйства с прошедшим профессиональным праздником и вручение наград на территории Засвиярского депо. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.